Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. В последние годы многие садоводы переходят на экологическое земледелие. Конечно, этот способ более затратный и требует больших сил, но результат всегда лучше, чем при использовании минеральных удобрений. Основой экологии является использование в огородных подкормках только натуральных продуктов естественного происхождения, таких как отходы животных. Как раз сегодня расскажу об одной из таких. Достойным удобрением для восстановления плодородия почвы станет смесь из перепревшего навоза и костной муки. Дело в том, что перепревший навоз – это хороший источник микроэлементов и азота, но вот фосфора в нем явно не хватает. Смешивая удобрение из костной муки с перепревшим навозом, получаем мощную сбалансированную подкормку для любых растений на огороде. Костная мука, как вы поняли, это тоже натуральное удобрение с большим содержанием фосфора и кальция в составе. Данные удобрения хорошо сочетаются друг с другом, усиливая многократный эффект от подкормки. Я смешиваю 1 кг костной муки с садовой тачкой перепревшего навоза. Тщательно размешав компоненты с помощью лопаты, я пересыпаю получившуюся подкормку в мешки на хранение. Такую питательную смесь можно использовать как весной, так и летом и осенью для любых овощей. Весной очень хорошо добавлять по несколько горстей данного удобрения в лунки при посадке томатов, огурцов или же перца. Также я сыплю смеси под весеннюю посадку ягодных кустов, деревьев и клубники. Питательный состав поможет растениям быстрее окрепнуть, и урожай будет на порядок выше в будущем. Очень хорошо мульчировать этим удобрением любые грядки после посадок лука, севка, моркови, свеклы или же кидать по горсточке при посадке картофеля. В общем, теперь вы знаете хорошую натуральную подкормку для улучшения плодородия вашей почвы на огороде. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!